Сегодня бригада распределителей Керченского РЭС установила уже очередную трансформаторную подстанцию, новую, комплектную, в районе улицы Фурманова. Значит, предыстория. Дачный кооператив, судоремонтник. Согласно решению консультативного совета, все дачники этого кооператива приняты на абонентское обслуживание. Уже полтора года назад люди активно, с пониманием отнеслись, активно сдали документы, получили уже договора на поставку электроэнергии. Но здесь был ключевой вопрос или камень преткновения, разрешенная мощность. На весь кооператив было 30 киловатт, это более чем на 100 с лишним дачных участков. Значит, когда поделили поровну, по-честному, получилось порядка 200 ватт на один домик. Этого, естественно, мало, поэтому Крымэнерго при приемке давала такие обязательства, что мы каждому обеспечим 2,5 киловатт мощности. Некоторые люди попросили здесь больше, до 15 киловатт устроить. Это место удобное, в черте города. Попросили по 15 киловатт, заключили договора по присоединению, заплатили за эти договора 550 рублей. И в рамках этого мы установили здесь комплектную трансформаторную подстанцию. В течение недели теперь нам осталось отсюда сделать выхода с нее линии 0,4 киловольта. И кроме низкой разрешенной мощности, которая здесь была, еще одна проблема – это состояние сетей, внутренних сетей кооператива, которые сейчас признаны бесхозяиновыми, и ведется вопрос, документальная работа по передаче этих сетей в том состоянии, которое она есть, на баланс ГУП Крымэнерго. Сейчас мы имеем право только оперативно обслуживать, но не имеем права пока тратить сюда деньги, устанавливать новое. Здесь 95% опор подлежат замене. Опоры, провод, все нужно практически строить заново. Состояние опор видно, в каком оно находится.